Всех приветствую. Сегодня я получил почтой матки. Матки Бакфаст. Вот. В таких клеточках. Слышно, она пищит. Вот матка в кормовом отсеке ходит. Видно. Вышла только что с отсека. Вот она, матка наша крупная. Будем подставлять все отводки, что я тогда делал дней сколько назад. Но перед тем, как ставить, придется немного пересмотреть, чтобы не было матки. Потому что я вот сажал в этой банке, было две матки. Одна одну убила, и вторая, покуда туда-сюда бегал, сбежала, взяла. И придется вот перед постановкой просмотреть. Семьи здесь немного, по 5 рамок всего лишь. Просмотреть на наличие матки, чтобы не было. Вот уже видно, летные пчелы на клеточку пришли, ходят. Будем проверять и ставить сюда матку. Покуда поставим просто, чтобы привыклись немного. А потом уже закроем отверстие вощинкой, чтобы выпустили сами. Посмотрим. Ну, будем сейчас смотреть семью на наличие матки и будем ставить эту матку уже. Не поможешь матку пошукать? Я сам слажу. Ну так гляди там ступеньки об этого. Обломятся, чтобы не кричало. Что-то. Тот раз ложил потолочину, на пчел прижал. Положу клеточку с маткой, я в улей посмотрю, как буду реагировать на нее. Погода не очень на улице, прохладно. То пчелы злятся. Думаю, матка не полетела облетываться сегодня. Клеточки заволновались. Наши пчелки забегали, засуетились, почувствовали семью. И матка тоже. Посмотрим. Сейчас поищу, что да как. Семье этой. Наверное. Вощинку отставлю я в сторонку, чтобы удобнее было глядеть.
пчелы потянули, маточники там свищевые, походу их матки нету. Так что та матка, что слетела, скорее всего, что в соседнем улье в материнском будет сидеть. Сейчас уберем все лишнее и поставим клеточку с маткой, посмотрим через пару дней, что они будут делать. Вот, на соседней рамке оттащили маточник свищевой. Сейчас его оборвем. Просмотрим все остальное и сюда поставим маточку нашу новую, свежую. Нашел на пчеле клеща. Ну, кадр, наверное, не покажет. Надо от клещей полоски уже ставить. В отводке поставлю. Думаю, не помешает. По полоске одной. Ну, раз маточник потянули, значит, матки у них тут не будет. Сейчас я что-то смотрю, чтобы маточников не было. И будем подсаживать матку. Вернее, не подсаживать, покуда подставлять только.
Вот еще нашел 3 свищевых маточника. Вот один, второй, и здесь запрятан третий, где-то видел его. Два уже запечатанные, один открытый. Срываем их, матку вставляем между рамок, покуда открывать не буду, пускай немного приживутся к ней. Потом уже залеплю ворсинкой, чтобы выпустили сами. Больше не видно. Вот это что-то здесь у нас непонятное. Все подозрительное вырываем, бугорки, наросты. Потому что маточники, они любят пчелы паховать. Так что лучше проглядеть лишний раз. С этой стороны не видно. Пораздували рамки сверху, да. Ерунда какая-то получается у нас. Это крайняя. Трутни, пчелы. Ничего подозрительного нету. Свища не налепили. Можно все дело собирать, подставлять матку. А на днях посмотрим. Если все нормально, выпустим ее.
нашу клеточку я подвешу на проволоку. Так вот. И ставлю. Ставлю так, чтобы до корма доставали. Лишь бы она не застряла тут у матка. Такие клеточки неконкретные. Куда лучше поставить, я гляжу. Наверное, все-таки лучше сверху положу, так и все. То, что там между рамками, непонятно. Чтобы мне это, кормом не залило. И если прымут, то будут, думаю, кормить. Пойду потолочным большую дырку пропилю, а то не ложится. Запилю так, чтобы клеточка заходила сюда. О, запилю такую дрянь хорошую, чтобы клеточка стала хорошо.
Еще немного надо. Запилил сразу, чтобы было можно приоткрыть и ващинкой этот выход залепить. Все, закрыл. Маточники эти в банку закинул. Вот он. Слышно, матка еще пищит в клеточке. Думаю, нигде не застрянем в этих отверстиях, где на корм заходит и сюда. Там уже пчела лежит. Пускай постоит сколько, не знаю. Может, даже вечером попробую посмотреть. Ну, вроде не агрессивно относится, он даже облизывает клеточку, значит, матку примут все-таки. Думаю, все нормально пройдет. Так что долго держать не буду, вот сколько постоит, хай, ну, до вечера. Там уже я залеплю ващинкой, пускай выпускает. Трогать не будем, облетится уже тогда, посмотрим. Слышно, пищит. Сейчас пойду к остальным. В этой просмотрю соседней. Если свищевые есть, и та матка, что сбежала у нас, не пошла в улья назад, то сюда тоже подставлю. А нет, буду искать матку тогда, если свищей не натянули. И также подставлю там, где вчера рой садили. Старую уберу. На место ее через пару часов подсажу молодую, а потом тоже выпущу, посмотрю, как будут себя вести пчелы. И одна матка остается, это в желтом улье, позавчера отроились, надо будет все оборвать и туда хочу подсадить. И будет у нас уже 4 семьи бахфаста, если примут все нормально и облетится, на тот год будем уже с бахфастами сидеть. Ну вот видно. Пчелки оббегались вокруг клетки. Бегает. Понаблюдать можно немного. Корма там немного у них. Главное, чтобы давали корм через... Ну, вон, смотрю, снизу язычок просовывает между решетки. Значит, все нормально пойдет. Корм дают пчелам сюда. Они будут матку кормить. Вечерком выпустим. Выпустим не напрямую, а ващинкой пускай сами прогрызают ващинку. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Закрывать улей. Всем, кому было интересно видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Может, что посоветуете, потому что я матками редко так занимаюсь подсадкой. И эту водки никогда не делал. Можно сказать, начинаю только. Так что, что посоветуете, буду мотать на ус. Всем удачи. Спасибо за просмотр. До свидания.